первая ночь в палатке, скажем так, не зашла. Да первая ночь в палатке всегда такая неудобная. Соня, вставай. Это Йошкар-Ола. Ну вот мы и идем по Йошкар-Оле. Мечта моя была. Доброе утро. Мы идем на завтрак. У нас бесплатная парковка в подарок. И завтрак. Мотичек стоит. Вот завтрак у нас тут. О, сколько тут людей было. Дары лесов. Ой, ладно, птичка. Кушаем землянитку. Вон, бабушки купили. Едем в Чебоксары. Тоже за тетка, мать покровительница. Мы в столице Чувашии, а до этого были в столице Мариэл. А еще нам предстоит столица Мордовии. Вот такие мы, ребята, столичные. Будиками. Где мы, зайчик? Ты знаешь? Столица Чувашии, Чебоксары. Ты на чем приехала сюда? А вот видишь. На карете? На карете приехала. На этих лошадках? Лошадью, лошадью ходи. Без шах и мат. Поднять ты не сможешь. Сейчас тебе помогут. Что делаешь? Отдыхаю. Ой-ой-ой. Это очень быстро. Сначала мы думали, что им в задницу воткнуты стрелы. Оказывается, у лебедей. Оказывается, лебеди так ноги. Они под водой. Слушай. Они просто там дрейфуют. Когда надо, они гребут. Что дают? Семки есть? Чайки еще сидят. Вопрос на ТК. Да. Внимание, вопрос. Что это? И для чего это? Для натоптышей. Ты на задницу. Как-то их надо прилепить, что ли, чтобы они не отпали сразу. По-моему, вот это не на месте. Где-то по пути в Саранск. Мы остановились на обед. Тут. Сейчас перекусим. Ну как, то и эти лайфхаки? Слушай, ну не знаю, может мы немного проехали, но вроде ничего. А сейчас ты сидишь, их чувствуешь? Да. Прям на них сидишь? Да, сижу. So many people telling me one way, so many people telling me to stay, never time to mind.
видно или не видно, то мы пошли гулять. Так, как его зовут? Саранск. По Саранску. Это Мордовия, между прочим. И не то, что было до этого. А что было до этого? Не то, что было до этого, короче. Это уже что-то новое. О, какой собор! О, какой дом с колоннами. Парк имени А.С. Пушкина. Он, к сожалению, уже закрыт. Мы сейчас все разведаем, вам покажем. Все деревянное, узоры национальные. Хочу супа. Да, у нас тут поклевочка грибная, вегетарианская. Центр города Саранск. 11:30 ночи. Тишина. Лягушки квакают. Послушаем кваканье лягушек. Тут наш отель. Гостиница, парк, отель. Нагулялись. Ладно. Прихожая. Вот все разбросано. Наши портянки. Портянки. Вот такой номер. Ну вот, мы в Саранске. Да. Выспались, покушали. Этнографический комплекс «Мордовское подворье». Какие у них боги. Спустя 2000 километров обнаружился поролон у нас в кофре. Вот, и теперь я еду с комфортом. Сегодня ночуем здесь. Волга, матушка, река. Тут вот плывет большой танкер по Волге. Плохо видно. А мы сидим, пьем чай.